Основная задача конвенции – развитие мирового спорта. Церемония открытия состоится в Ледовом дворце «Айсберг». Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух. По просьбе горожан организаторы рассматривают вопрос о продаже билетов на это представление. Также в экспоцентре для сочинцев и гостей курорта будет работать так называемая деревня «Спорта-корт». На ее площадках разместят демонстрационные зоны разных видов спорта, выставки и рестораны русской национальной кухни. В нашей зоне ответственности непосредственно находятся 4 мероприятия. Мы отвечаем за подготовку 350 волонтеров. И это наша зона ответственности. Они отобраны, списки переданы нашим коллегам. Также есть определенные технические пожелания со стороны Ильи Авербуха. Также отрабатывается транспортная логистика. Вопросов у нас в данной плоскости нет. Транспортным оператором будет выступать наше муниципальное унитарное предприятие «Сочи Автотранс». У нас будет и чемпионат мира по кёрлингу. И нам надо 2 числа уже провести оргкомитет для того, чтобы более четко расписать и там все мероприятия. Там нам побольше придется брать на себя. Да. В апреле на курорте также пройдет полуфинальный матч Кубка Федерации 2015 между Россией и Германией. А в целом в спортивном календаре Сочи на 2015 год около 100 крупных спортивных мероприятий мирового масштаба, в том числе и российский этап Гран-при Формулы-1.